Вчера прошло чествование медицинских работников Жамбылской областной многопрофильной больницы. Партия «Ак-жол» наградила нагрудными знаками за самоотверженную борьбу с коронавирусом, за проявленное мужество сотрудников медучреждения, а также выразила искренние пожелания врачам. На встрече партийцы подробно ответили на вопросы врачей. Одной из важнейших профессий для человечества является работа врача. Они действительно стоят в первых рядах в борьбе против эпидемии, охватившей весь мир. Партийцы, отметив заслуги врачей, оценили их труд и наградили их нагрудными знаками. Огромная всем благодарность. Мы все знаем, что вы пережили трудные времена. Да и сейчас вам нелегко. Победить эту эпидемию будет непросто. Пусть эта награда будет для вас хоть какой-то отдушиной. Будьте здоровы. В свою очередь врачи поблагодарили партийцев за полученные награды. За то, что их тяжкий труд оценен по достоинству. Многие медработники в своих выступлениях отмечали, что это их профессиональный долг. И в этом нет никакого героизма. Выражаем благодарность партии «Ак-жол» за то, что вы отметили наш труд. Порой неблагодарны, но всем необходимы. Мы, в свою очередь, будем стремиться и дальше делать все возможное, чтобы победить пандемию 21 века. В завершении мероприятия медработники и представители партии «Ак-жол» сфотографировались на память и пожелали друг другу успехов в работе. Жеңіс Ғаниер, Нарсек Збаев, 77 News.